Привет, друзья! Меня зовут Александр Дакиян, и сегодня я рассказываю о матрасе San Marino Pocket Spring от украинской торговой марки Matralux. San Marino Pocket Spring – это двусторонний ортопедический матрас. Модель высокая, отличается жесткостью. Матрас обладает всеми характеристиками качественного матраса и прослужит долгий срок. Матрас San Marino Pocket Spring жесткий, его высота 25 см. Он рассчитан на людей до 140 кг. Обладает эффектом зима-лето. Гарантия на изделие – 5 лет. Основные характеристики. Матрас San Marino Pocket Spring идеально подходит людям разного возраста с активным образом жизни. Поддерживает тело в правильном положении и распределяет нагрузку по всей поверхности. Подходит для людей, которые любят спать на жестких поверхностях. Максимальная нагрузка на одно спальное место матраса San Marino Pocket Spring не должна превышать 140 кг. Но если ваш вес 70 кг или меньше, матрас может оказаться для вас слишком жестким. Чтобы определить подходящий для вас уровень жесткости, смотрите в таблицу персонального подбора матрасов, нажав на ссылку под этим видео. Основа матраса – пружинный блок Pocket Spring шахматной сборки, усиленный двумя стальными рамками. Каждая пружина в матрасе размещается в отдельном чехле. Это позволяет максимально эффективно распределить нагрузку. Матрас состоит из шерсти, хлопка, пенополиуретана, термофайбера и наполнителя Fox. Чехол матраса San Marino Pocket Spring изготовлен из ткани Straight Jacquard на молнии. Это современная высокоэластичная ткань с дышащим эффектом. Она прочная, долговечная и не вызывает аллергии. Матрас San Marino Pocket Spring обладает свойством зима-лето, которое обеспечивает оптимальный микроклимат для сна, независимо от температуры в помещении. Регулируйте температуру сна, переворачивая матрас с одной стороны на другую. Если вам необходима более детальная консультация, обращайтесь в компанию Sweet Matratio. Мы с радостью ответим на все ваши вопросы. С вами был Александр Дакиян с обзором матраса San Marino Pocket Spring от украинской торговой марки Matralux. До новых встреч. Увидимся.